И что же ты такое задумала? Нос. Просто любит поваляться. Очень уважает, когда валяются с ней вместе. Просто респект и уважуха сразу лисы. План ночного мероприятия готовится в голове лисы. Не пищит, не скрипит. Сконцентрированно держится. Рука пробирается к дереву. А! Не добралась. Ладно, сяду около. Лиса очень любит, когда к ней подходит, и когда так около садятся и сидят. Вот я сейчас около сел, то есть у нее ей спокойно. Типа как ты рядом сел, тоже наблюдаю за окружающей природой. Дзен ловишь. Ну, может, там ее погладить чуток. Да? Исходя из 2 дней полного лежания на боку, Алиса сейчас в боевом настроении. Все, погода прошла плохая. Теперь можно... Но я вижу, что у тебя прям все хорошо. Есть планы на ночь, судя по всему. Кого-нибудь поймать. Не очень заметила, пока спала. К собакам идти не хочет. Кто спрашивал, как на ощупь шуба? Лисяу. Шуба на ощупь очень хорошая, не как у собак, мягкая и, наверное, не твердая, что ли, можно так сказать. То есть рассыпается, прям, когда ее гладишь. Ну все, у Алисы дела, оставим ее в охотничьем режиме. Да, какой прекрасный зимний день. Прямо снеговики стоят. Белый, ты единственное белое, что есть на улице. Кто спрашивал по поводу того, есть ли запах отнычек лисы? Нету. Говорю сразу, запаха отнычек лисы нету. Сейчас мы попытаемся найти. Алиса! Такой хороший день. Что надо делать? О, это тоже вот лисья такая привычка. Это не и да. Это не то, что лапу дает. Это вот именно так же, как лиса делает. У кого ты научился? Угадайте. Так, идем смотреть. Солнце, шикарная погода. Алиса! Не, наверное, уже спит. А, дела. Какой сон. Рыба. А, рыба. Ну все. Деловая Алиса бегает с рыбой. Надо спрятать, а тут везде враги. Я ей рыбу дал 20 минут назад. Любительница покусаться.
чем-то от тебя пахнет? Не очень. Где-то ковырялась. Где ты была? Да, самое главное схватить руку и не отпускать. Ой, шкуры стало много. Очень любит, когда ее за шкуру дергают. Это некий массаж для лисы. Есть стало мало. Выбирает все самое вкусное. А значит, пора ограничивать тебя в еде. Все. Сала стало много. Суп стоит уже второй день. Не ешь. Ешь только ливер. Не, все. Ограничение питания. Эй. Что за дикие проступки? Она знает, что это мое. Я буду ее ругать. Специально это делает. Моя кувалда. Моя. Моя. Пауза. Это ожидание меня или обеда? Давайте рассказывайте честно. Ну вот Алиска явно не меня ждет. А вы двое под вопросом. Ну, Макс, понятно, чего ждет? А ты? А вот сидела же. Пока ты сюда не пришел, да. Опа-на. Здравствуй, Алиса. А что это ты тут делаешь? Зачем ты прибежала? Расскажи. Сразу пошла заниматься своими делами. Ну что? Все? Отдали Бастилию? Так что Алиса сочетает в себе и кошку, и собаку. Гуляет сама по себе, но если вдруг какой-то кипиш, сразу бежит обратно разбираться и смотреть, в чем дело. А, что ты на меня скрипишь? Будешь скрипеть? А у меня есть кое-что для тебя. Орехи это утром поесть. Да, еще есть. Да, на. Не, прятать не надо. Зачем ты будешь прятать? Все, сейчас идея спрятать все это. Спала, но... Если прятать, то надо уходить с этого места. Это ей не очень нравится. Но инстинкт зовет прятать. Нет? Нет.